Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. Сегодня мы собрались затестить самые интересные спиннинги, которые были у меня на обзоре. Это Ямага, Зенак, ну и там еще что-то еще получится. Вот, сейчас мы прям начнем разметку расстояний 100 метров, ну чуть-чуть побольше, и будем это все прям на камеру. Это 70. Шагаю больше метров. Давай. Ну вот 110. Вот 110. Это 105. Да. Это так, да. 110. Нормально ходим. Да. Сейчас будем пробовать проводить заводские испытания. Наступил тот интересный момент. Я думаю, всем охота посмотреть, как кидает Ямага бланк. Рассказывай. Ну, в руках у нас Ямага бланк, баллистик Тарзейт Нано в 96-м росте, ММХ. Переводе на наши на сантиметр 2.91, тест 8.38. Основная задача — посмотреть, насколько эта палочка кидает веса от 16 до 30 грамм, которые на ней будут использоваться, ходовые веса при ловле верхогляда, ну и прочего, что там в муре ловится на дальней дистанции. Посмотреть, насколько она нам выдаст максимальное расстояние на каждой приманке. Приманки у нас все боевые, оснащены тройниками, немножечко побитые, потому что они как тестовые идут. Вот, 28 грамм, 16 и 30. Те приманки, которые являются одними из ходовых при ловле верхогляда на Амуре. Только что хочу заметить, мы их взвешивали на весах, они соответствуют своим весам по-настоящему. И кидать будем вместе с тройниками, как в боевых настоящих условиях, безо всякого подвуха. Поддувает, безо всего. Ветерок легенький, да, где-то метра два, наверное, в секунду. Да, но он сейчас исчезнет гоняет, скоро. Хорошо. То есть все как в бою. Все как в бою. Начнем с 16, да? Шнур у нас 0,2 по русской классификации. Так что все сейчас проверим. Все, пошли. Ну как, на твой взгляд, пошел, нет, заброс? Пошел. Ну что, ровно 85, вот черта 80. Вот она упала, вот место падения. Да, да, вот видно отпечаток, да. Ну, ты знаешь, там сантиметров 20 до 85 не докинули. 85. Это первый заброс, уважаемые. Все было очень честно, без единого пристрела. Вот как приехали на речку, сразу же первый заброс 16 граммами, 85. Ну что, как ощущения? Вообще легкий стоп. Давай, ну сейчас получилось. Да, 83. Ну вот, уважаемые зрители, первый заброс был 85, сейчас 83. В принципе, все понятно. Можно третий раз не кидать. Мне
все понятно лично. Да, сейчас будем увеличивать вес приманки. Ну вот, уважаемые зрители, сейчас мы перешли на приманочку 28 грамм с тройником, с ветром, все как положено. Ну, короче, будем говорить 101, пусть будет 101. Леха, 101 на 28, ну еще один заброс. Вторая попытка, 28 грамм. О, шнур еще только падает. Смотри, он еще есть в воздухе висит, я его вижу, смотри. Ой, чуть-чуть до сотки не докинули. Ну, говори, 98. Да, 98, да, по сути. 98 метров, да? Первый результат там был 101. 101,98. Замечательно, я считаю. Ну, я считаю, да, два заброса, 101,98. Ну, что, наверное, будем сразу же укрупняться. 31, вот, 30-ку повесим. Давай 30-ку повесим. Вот, повесили приманочку 30 грамм. Пробуем, как Ямага справится с 30 граммами. Ну, как у тебя по ощущениям? Вот сейчас должно застоять. Ну, вот она. Больше даже? Ну, там 110 и полметра. Вот пусть будет 110. 110, не будем эти полметра считать. А? Она не скакала никуда. Никуда не скакала, вот она прям как упала, так и лежит в воронке. Так, ну давайте еще 30 граммами попробуем второй заброс. Первый был 110 метров. Этот хуже пойдет. Видно, что как-то похуже пошло. Ну, за сотку, как я понял. Отлетаем. Ну, 101. Видим. Один заброс первый у нас был 110. Сейчас у нас 101. Вот. Я кидаю. То есть, да. Просто комфортно. То есть человек кидает, из штанов не выпрыгивает. Комфортно, да, как мне. Да. С берега мы не пристреливаемся, не кидаем ничего. Сразу же без подготовки. Приманки все с тройниками. Ветер, все как в боевых условиях. Ну, ветер такой не сильный, но есть чутка. С учетом того, что немножко ветер дует нам в лицо. Ну. Во время заброса. Вот, уважаемые зрители, поменяли приманочку 34 грамма, да. Совсем чуть-чуть другой формы, с другими аэродинамическими характеристиками, но все-таки с тройничком, все как на рыбалке. Бомбера у нас, да. Да, такие приманки реально ловят рыбу у нас. И это мы уже приближаемся к верхней границе теста Ямаги. Получается у нас 101 метр практически. Потому что мы ее еще стащили, видно. Да, у этой приманочки уже характеристики аэродинамические похуже. Ну, по крайней мере, она палка не валится. Не валится, да? Вот это самое главное, что палка на этих 34 грамм еще не проваливается. Еще один раз заброс у нас 34 граммами Ямагой. Пизду фале. О! 106. Даже больше. 106,5. Скажем, 106. Так, уважаемые зрители, мы на нашей Ямаге подобрались к верхней границе теста. А тест у нее верхний 38 грамм. И сейчас у нас приманочка 37 грамм. Все как есть. Видите? Японцы говорят, что 40.
Японцы 40. Ну ты, Сережа, перевесил на веса? Я перевесил, она 37 там. Она 37, да. То, что написано 40, это не то. У нас есть с собой весы, и мы перевесили ее. Что-то чувствуется Ямага, да? По звуку слышь, как бы так, фу, провалилось. Под провал есть. Под провал есть. Кстати, даже по звуку слышно, когда спиннинг кидает. Когда он быстро выкидывается, полный так, фу, быстро. А только фу, фу, как бы. Даже по звуку слышно, что она уже начинает, да, Леша, ощущение есть, что под провалилось? Под провал, да. То есть. Все, 90 метров. Все. Видим, что вот, как мы и все думали, что Ямага под провалилась. Видим, что на границе теста 37 грамм, она уже... кинула 90 метров. Ну, тут полметра еще плюс. Ну, вот второй заброс у нас приманкой. 37 грамм под верхнюю границу Ямага и бланк. Да, проваливаться. По-моему, сейчас еще будет хуже, да? Да нет, сейчас нет. Вроде нормально. Я просто спустил курок, как говорится, вовремя. Так, это у нас 90. О, за сотку. Вот тебе и на. Проваливается, да? Вот прям четко в ямку зашло, ничего не сдернули, уважаемые зрители. Ну что, 118. Ну все, подошли, уважаемые, наши тесты к концу. Было очень интересно вам показать. И я не думал, что это все состоится вживую. Вот все тесты по забросу нашей Ямаги случились. И теперь хозяин палочки расскажет, как он откидался, и расскажет свои ощущения. Ну, опять же, что можно сказать. Тест 8.38. Он, будем говорить, честный. Вот. Больше всего дальности я достиг на приманках от 28 до 34 грамм. Это комфортный легкий заброс, как говорят, не выпрыгивая из тапочек. Комфортный легкий заброс. Он спиннинг все это делает. Вот. На 37 граммах, заброс уже не такой комфортный, но летит приманка неплохо. Я для себя определил тест 8.35, как вот мне показалось, 8.35. Если будет кто-то экспериментировать с толщиной шнура, использовать что-то там тоньше, разные какие-то бренды, возможно, дальность увеличится. Но сегодня была задача просто посмотреть, как он будет бросать комфортно в полевых условиях. Я считаю, что тест удался. Вожделенной своей сотки мы достигли. Да, самый длинный был 110 метров. Самый, да, сотки мы достигли. Я считаю, что ну и удался. Надо еще отметить, что шнур был по русской классификации 0,2. Это не такой уж и тонкий шнур мы, да, использовали. Отстрелов не было никаких. Ни отстрелов, ничего, все прекрасно вылетает, все отлично. Комплект рабочий и боевой, который будет использоваться на реке. Да, все приманки использовались с тройниками, с крючками, все как положено в боевых условиях. Шнур кидался, надо отметить, на сухую. Я думаю, если будут кидать воду и мокрый шнур, то, может быть, еще и прибавится, да, к забросу. Возможен такой вариант. Или да. Использование каких-нибудь, как бы сказать, там, всякой химии. Есть специальные кондиционеры шнуров и прочее-прочее другое, я думаю. Читерские штуки. Да, возможно. Читерские штуки там за экраном подсказывают. Да, ну и повторимся, тесты палочки честные, но комфортный заброс. От 28 до 35. Это те приманки, которые используются у нас на рыбалке. То есть на данный момент Ямага оправдала свои, как бы сказать, надежды, да? Вот это вот входное большое кольцо, большое расстояние от шпули до кольца. И дальше все мы видим кольца с достаточно большим внутренним диаметром идут. Вот, так что, кому нужен дальний заброс, можете рассматривать данную палочку. Да, кому нравятся подобные типажи, японские изделия, я думаю, вы не пожалеете. Ну, на этом мы заканчиваем наше видео. Всем, кому понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. Всем пока.